Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Джеймс Бонд. Так, продолжить. Ночной огонь. Даже не знаю, что. Ну, продолжаем. Охренеть. Чё? Направо. Сопроводите Мэтью к тайному бункеру. Вот так. Охренеть. Черт, у вас нет никакого коридора. Дальняя дверь. Так, минутку. Что-то вылазит. Макс. Минутку. Вы что, задумали меня убить? Да кому ты нахрен нужен? МА-6 предоставляет в ваше распоряжение компас. Попробуйте прицелиться. Ты меня еще поучи. Козлина. Подождите. Блин, блински. Подожди. Так, минутку сюда. Не спеши, вот куда ты вперед, батьки, лезешь? Надо сохраниться, во-первых. Сохраняемся. Старейшина. Вот старейшина мы сохранимся. Давайте. За тебя, Бонд. Джеймс Бонд, кстати, тоже любитель коньяка. Так, это удалить. Когда много этой хрени, оно мало то, что мешает, оно еще может на некоторых играх и не сохранять далее. Что там? Стал. Яцу, что мы это за? Слава Гиро! Охренеть! Таяцка! Слава Гиро! Кайджин! Охренеть! Караса. Так, ага, ты выходишь, когда уже все убиты. Здесь направо. Подожди, вот сейчас жди. Падла, я сохранюсь специально. Если я броник пропущу, я тебя, падла, кастрирую. Блин, блинский. Пожалуйста, брони где-нибудь.
Броник, пластины. Где нас там? Ёж твою мать. А, вот и видео, блин, сделала на совместимость. Тебе надо будет найти замок к сейфу в моей спальне. Это ключ. Просто вставь его в дракона. В дракона? Вот именно. Будь здесь, я вернусь за тобой. Не забудь забрать жесткий диск из моего компьютера. Я не хочу, чтобы он попал к Дрейку. И прошу тебя, защити моих слуг. Они мне как родные. Родные они тебе, бля. Так, не подходим. Блять, и карты-то нет. Это я куда ушел-то? Это я ушел туда, откуда я пришел. Ага, единственное, что хорошо в этой игре. Блять, вот столько роликов я из этого пропустил, конечно. Это да, столько роликов пропустил. Которые... Ну ладно, что теперь? Плакать, жалеть о содеянном. Так, ни хрена у меня задача-то. Так. Давайте сохраняемся. Вот сейчас я точно знаю, сохраняться надо. Блин, вот единственное, да, я о чем жалею, это о том, что ролики, видеоролики не прошли. А там же по-любому были. И когда я спасал бабу, и когда... Эх, ладно. Джеймс, ты неудачный Джеймс какой-то у меня. А кстати, что у меня за оружие-то? Ладно. Вас я перестрелял. И, кстати, оружие я ваше тоже собрал. Бля, я даже не знаю, как мне вот ответить.
Вот так вот. Так, заложник сам не спас. Так, спасен. Вау! Ты спас мне жизнь. Твою мать, я такие ролики пропускал. Тебя? Так. Ага, вот она. Тапочки, сауна. Это, конечно, неплохо. Давайте я вернусь назад. Возьму броню. Вот так. Но возьму броню там, чтоб мне далеко не бегать. Мы должны их освободить. Вот так. Так. Теперь у меня есть небольшой один вопрос такой. А из сауны вообще есть входы-выходы? Мать его, почему сейчас сразу не догадался это, блядь, переделать на совместимость? Опа, куда-то меня занесло. Так. Сохраняем. Блин, вот на этом Джеймсе Бонде, блин, я напьюсь, наверное. А мне еще к стоматологу завтра. Прекрасно. За вас, подписчики. Кстати, единственная подписчица, которая мне пожелала приятного аппетита. Благодарствую. Это Наталья была. За твое здоровье. Идем. Так. Так. Ни хрена у меня перезарядка-то, блин, я стрелял-то два раза всего. Один раз молоко, другой раз, ладно, уж по телу. Ой, нет, нет. Давайте будем обшаривать дом.
Так, здесь он у меня не заходит. А здесь нет подъема. Так, в итоге херня какая-то получается. Подождите. Так. Заложник освобожден. Меня это радует. Бля, вот как вот с вами. Так. Сауна. Девчуля, я уж прошу прощения, ну блин, мне сейчас опять туда. Я еще пластину возьму. Не надо, я с одним хп уже походил, поэтому простите меня. Конечно, но... Ну это пока что. С одним хп походил, поэтому мне хватило тут. Мне туда. Руды. Рыбки. Это, конечно, все здорово. Заходим. Так, у нас ничего не поменялось. Так. Ни хрена не то. Нет, не то. Блин, блинский. Сохраняем. Честно сказать, я не знаю, сейчас надо искать. Где я могу залезть, где я могу подлезть. Вот тропинка же куда-то ведет. Так. Блять, вот если по этим шарам передвигаться, я вас умоляю нахрен. Реально, блин, охренеть, это фантастика. Фантастика, просто фантастика. Движение, дело и пластика. Получается, мне надо удалить все эти... Вот так вот. Да ё твою мать-то, блин.
Давай, 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 успевай, нет? А то мало ли, вдруг там кок, я не знаю. Чего ожидать, блин, от этой игры сейчас? Так, ползем, ползем. Вот уже под крышу заползли. Так. Да все. Солнышко, беги. Так. Я не понял, а что ты не стреляешь? Минутку, нет, нет, так не пойдет. Ой, нет, подождите. Непрошенные гости. Даже под водой, да? На минутку, 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 подожди. Блин, по вам ползти так долго, провода. Ползем, ползем. А, все-таки он бьет током. Все, я понял. Тогда давайте переползем и на той стороне сохранимся. Только вот, блин, успею я проползти, нет? Ну, вроде как успеваю. Поэтому сохраняю здесь. Сохраняюсь. Сохранить. Блин, мне так жалко, что, конечно, ролики вам не показать эти. Может, где-то в интернете можно. Ни хрена не так. Надо прицелиться. Загрузить. О! Не то. Загрузить. Ну-ка. Это я где буду?
А ну правильно. Вот так вот лучше. Да, блин, не так. Вот сюда. Так. И вот теперь давайте мы опять сохранимся. Вот так. Ой-о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 й, где же мне собрать все это дело? Ну-ка, звук на три. Так, ладно, сохраняем, потому что я не знаю, в какую сторону мне идти. Будем сохранять. Пойдем сначала через кухню. Блин, у меня даже тут броника нету ни хрена. Охренеть, а я зачем сохранялся, если здесь кухня просто? Получается вообще одна дорога. Подожди, нет, назад. Назад. У меня там что-то впереди было. Вот это вот. Мне же там где-то заложников надо освобождать еще. Сложновато, непонятно. Вообще по нет, ни хрена не так. Смотрим. Это у меня кухня, правильно? Правильно. На кухне нету ни хренашеньки.
Мы с вами идем. Да пойдем сюда. Так, где-то мы что-то освободили. Давай, красавица. Надо сохранить. Блин. Я думал, я-то перезаписываю, оказывается, каждый раз я новую сохраняю. Вот в чем проблема. Ни хрена не так. Так. О, Волька ибн Алёша. Так. Здесь там и вас всех расхреначил. Так что библиотека свободна. Подождите, сохраняем. Где кто? Блин, блинский. Блин, пойми, куда идти. Бонсай стоит. Растет там. Не пытайся делать тебе больно. Так, где-то я освободил. Понятненько. Блин, как в Корее нахуй. Вот так. О, сохраняем. В любом случае сохраняем. Так, спасти заложника на передней автостоянке. Получить код доступа.
Так, это я с ним бодался, да, просто? Это я с ним подался в прошлый раз, да, по-моему. О, баскет, так отрежь. Мне. Давай, 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 давай. А ты уроки? У тебя целый час. Не успеешь. Нет. А хотя, может, с хлебом. Там как твоя душенька пожелает. Давай. Так, сохраню. Сохраню. Блин. Так. Так, сохраняем. Бронежилет взял, кстати, где-то, я не знаю. Где-то там, короче, был бронежилет. Охренеть, а карта-то где? У меня вообще карта имеется? Настройки. Спасибо. Так, прыгунчик, шаг вправо, присесть. Действие, атака, диагностика, перезарядить, использовать предмет. Так, ну и игра, естественно. Делай, делай. Иначе в гости не пойдем. Ну расскажи мне, что там. Так. Не принуждайте. Говори. Что вам от меня нужно? Помогите. Пожалуйста, не делайте мне больно. Вот так. Это стоянка была. Получить код доступа, уничтожить компьютер в офисе Мэхью. Ну и ищем теперь. Офис. Давайте. Офис. Ковырялись в моем компьютере. Вы хотите, чтобы меня убили? Ой, да закройте свой рот, убили тебя.
Так, это сауна. Блин, можно было через сауну, конечно, пройти. И никакого плана дома нету. Заметьте. Так. Какая-то ерундистика у нас. Успеваю. Подождем. Вот так вот. Музыки нету? Это кухня. В кухне нету, ну ни хрена вообще. Давай, это я куда попал? Рано. Сначала. Разница какая? О, кстати. Вот так вот. Кто бы что ни говорил. Так. Это все? Угу. Математика все? Нет. Следующий урок. Если математика все. Блин. Я выхожу в другую локацию, да, в любом случае. Я даже не знаю, блин, куда я сейчас. Где?
Блин, не понимаю, откуда он взялся. Наверху у нас что? Так. Понятно. И как и мне, что мне делать? Осталось то хрен да ни хрена тут загадки ваши разгадывать. Делаешь? Всё. Да. Ну, давай на всякий случай сохраню. Это куда дверь ведет? Так. Твою мать, это я здесь был, здесь я был. Пойдем в противоположный, я хрен его знает, куда мне идти. Библиотека. Уничтожьте компьютер в офисе. Ладно, уничтожим. Блядь, да кто так строит-то? Получите код доступа из сейфа в спальной. Охренеть, вот я еще здесь не был, кстати. Спальной. Где тут, блядь, бродить-то? Туда. А, это мне? Ау! Сюда.
Так, где у нас спальня? Так, это не спальня. Здесь у нас что? Столовая кухня. Мать его. Куда-то в бок ушел. Они, мне кажется, там, где были, там нас не искать надо. Подождите. Это они из туалета выбежали. Короче, куда-то я зашел не туда. Ладно. Уничтожьте компьютер в офисе. Блять, опять. Офис — это там, где библиотека. Я точно помню. Где-то рядышком. Только где эта библиотека? Вот, мать его, задача-то. Вот здесь. Не, не здесь. Ой. Мать его! Надо было сохраняться после каждой хрени этой. Не то это все. Я отсюда вышел уже. Так. Так, идем сюда. Что у нас на втором этаже? Так.
Первый поворот. Второй поворот. Идем по кругу. Нашел компьютер. Получите код доступа. Охраняем. Удалить. Где-то в туалете были. Подождите. Получите код доступа из сейфа в спальне. Мать его. Где это спальня? Спальня же. Где ты? Одно здание на другое похоже на. Ну вот это же спальня. Куда я, блядь, все время заглядываю? Я не понимаю уже ни хренашеньки. Какую локацию мне попадать?
Блин. И что-то не то. Мечусь-то я по одному и тому же кругу, нахрен. Кто так строит? Нахрена тебе такое большое домище, спрашиваться? В начало ухожу, да? Ни хрена не понимаю, где я уже. Так. Мне сюда. Опять сюда. Кто-то взял. Ну, спальня же. Предположим, идем по кругу. Так, идем по кругу. Куда от меня? Сюда обратно. Ну давай в этом доме попробуем. Твою-то мать-то. Не понимаю, так. Вроде не спальня. Ладно, давайте сохраним.
Загрузим. Значит, недалеко где-то было. Куда-то не туда, подожди. Сохраним. Ой. Здесь, значит, где-то. Сохраняем. Спальня, кстати. Все. Наконец-то мы можем к нему обратно вернуться. Только где он, мать его? Нет, сюда. Кости, ну, это мать его. Давай. Теперь я хоть знаю, куда мне. Двигай. Штуцер, кстати, да? Заметили? Штуцер. Задание выполнено, Мэхью. Пойдем. А как же Кика? Ты ее видел? Она в порядке. Уверен, она сама сможет позаботиться о себе. Жди здесь. Надо уходить. Опять тебя вести, блин. Лошарика. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!